Представляю вашему вниманию перевод интервью с Алексом Райнхартом, генеральным директором компании Platin Coin, где он в непринужденной обстановке рассказывает о работе и преимуществах нашего продукта криптомессенджера Eleven. Наш криптомессенджер имеет все функции: видеозвонки, аудиозвонки, чаты и так далее. Все, что может Telegram, все, что может WhatsApp, Skype. Сейчас особенности. Здесь есть кошелек. Это значит, если я сюда кликну, то я могу Platin Coin и биткоины пересылать легко, как СМС. И к тому же всем, кто есть в моем телефонном списке. Diese Transaktion zum Moment weiter. Wir haben hier ein Feed entwickelt. Далее мы разработали здесь такую возможность, как Instagram. Man kann hier liken, teilen, kommentieren. Можно ставить лайки, комментарии, делиться. Скоро здесь появится криптолайк. Es ist wie ein like, aber man vergibt ein coin. Okay. Это лайк, но через него можно передавать коин. Zum Beispiel, ihr macht hier eine wunderschöne Kampagne. Ich will einen Sportplatz bauen für die Kids. Например, вы запускаете какую-то замечательную кампанию. Я хочу построить спортивную площадку для детей. Или я сделал какое-то открытие. У вас здесь 10 тысяч друзей. И вы публикуете это. И 10 тысяч друзей посылают вам один коин. Как криптолайк. И ваше начинание тотчас же профинансировано. Это работает как микрокраудфандинг, микро-ICO. Здесь также у вас есть ваши биржи, ваши биткоины. У меня тут все по-немецки. Hier werden die Top 10 Coins sein. И здесь будут топ-лидеры монет. Пока только две. Hier ist eine komplette Wallet drin. Здесь есть кошелек. Можно деньги получать. Oder man kann das Geld sein. Или можно деньги посылать. Telefon habe ich noch kein Guthaben an einem anderen, aber ich habe nur das. На этом телефоне у меня не совсем хорошо видно. У меня есть другой, но у меня сейчас только этот с собой. Es ist ein bisschen spontan, deswegen habe ich das noch nicht vorbereitet. Aber hier gibt es zum Beispiel auch Bitcoin Börse. Но здесь есть, например, Bitcoin Биржа. Если я сюда кликну. Zum Beispiel, ich gebe hier einen Code ein. Создаться новый кошелек. Например, я задаю функцию импортировать. Yeah. Und Codierung. Идет кодирование. Wird eine neue Bitcoin Adresse generiert. И генерируется новый биткоин адрес, новый биткоин кошелек. Die ist dezentralisiert nur in diesem Telefon. Это децентрализируется только в этом телефоне. Ihr verfügt über eure Coins. У вас есть ваши коины. Никто не может их забрать. Можете с этим телефоном пересечь любую границу. Все возможно. Сейчас кошелек создан. Если я иду в чат, я могу видеть пользователей снова.
Das Kryptomodell, Community. Und jetzt lasst uns darüber nachdenken, wie groß ist die Community von Messenger ist. А теперь давайте подумаем, насколько большое сообщество в мессенджерах. Telegram hat 200 Millionen Nutzer. Telegram имеет 200 миллионов пользователей. Viber миллиард. WhatsApp 1,3 миллиарда. WhatsApp 1,3 миллиарда. Messenger. Okay. Wie viele Nutzer hatten hat Instagram? Сколько пользователей в Instagram? Facebook. Das sind die Community, die dafür reinpassen. Это сообщество, которое придет сюда. Und die werden alle automatisch Mitglieder der Krypto-Community werden. И они все станут автоматически членами криптосообщества. Die bekommen alle automatisch alle Wallets vorinstalliert. Все автоматически получат все кошельки для инсталлирования, установки. Und das Beste ist, dieser Messenger wird die Aktivität in Platin Coins bezahlen. А самое лучшее то, что этот мессенджер будет оплачивать активность в Platin Coin. Вы звоните, получаете Platin Coin. Вы проводите видеоконференцию, зарабатываете Platin Coin. Вы пишете в чате, все равно, что вы делаете, вы зарабатываете Platin Coin. Представьте себе, что будут значить эти заработанные Platin Coins в Индии, Латинской Америке, Филиппинах, повсюду в мире. Alle Nutzer von WhatsApp, Viber, Telegram und so weiter, die werden zu uns. Все пользователи WhatsApp, Viber, Telegram, они придут к нам. Und sobald die Coins haben, sind sie automatisch Teilnehmer der Krypto-Community. И так как у них будут монеты, они автоматически станут частью нашего криптосообщества. Так мы станем 150 миллионов, и 200 миллионов, и миллиард. Это не просто слова. Я верю в это. Это наши продукты, Platin Coins. А потом придет наша биржа. Weiß noch keiner. Об этом еще никто не знает. Aber wir haben eine Software, die auf dem höchsten technischen Level ist. Но у нас есть программное обеспечение, которое на самом высоком техническом уровне. Zum Beispiel die Börse Binance ist die Nummer 1. Например, биржа Binance – это биржа номер один. Unsere Lösung ist technisch Binance hoch 3. Наше решение технически на три ступени выше. Wir haben mehr als 20 unique, also individuelle features, die noch überhaupt keiner. У нас есть более 20 уникальных индивидуальных разработок, которых вообще нет ни у кого. Wir haben in 9 Ländern bereits eine Krypto-Lizenz beantragt. Мы в 9 странах получили лицензии, которые будут работать легально повсюду. Die wird legal überall arbeiten. Und Platin Coin wird dort ein Basis Coin werden. А Platin Coin будет там базовым коином. Auf der gleichen Ebene wie Bitcoin und Ethereum. На таком же уровне, как Bitcoin и Ethereum. Wir tun alles, um Platin Coin groß und stark zu machen. Мы делаем все, чтобы Platin Coin сделать большим и сильным. Wir haben genug Kraft und Know-how, um das zu erreichen. У нас достаточно силы и знаний, чтобы достичь этого. Единственное, что нам нужно, это огромное сообщество, которое нас поддерживает. Я знаю, к нам присоединятся миллионы людей со всего мира. И потом это будет невозможно остановить. Und technisch sehr, sehr stark. Мы легальны, прозрачны, технически очень-очень сильны. Что нам еще нужно? Друзья, в заключение лично от себя добавлю следующее. Всем, кому интересны новые легальные возможности инвестирования и заработка криптовалюты, новые технологии блокчейн, выходите на связь, не теряйте времени. Все самое интересное еще только начинается.
Все контакты и еще больше информации о компании Platin Coin в описании к этому видео.